В этом видео будет много мата, потому что название даже будет матерное. Связано это с тем, что ублюдки из Denmark Grow прислали мне не просто нагло перлись, да, ну то есть вот я выкидывал клип «Волшебная страна». Сейчас, секундочку. То есть они не просто отклонили мое возражение, но они еще наехали на предмет того, что мне не принадлежит контекст, то есть что я не делал запись и так далее. Ну, ублюдки просто записать нормально не могут и хотят наложить лапу на все видосы, то есть остановить аудиотехнологии. То есть если в фильме, который я писал, да, «Шумящим жаба фонокорректоре», жаба душит по мелкому, то вот здесь вот жаба душит по крупному. Чуваков. То есть, ну, они прекрасно слышат, да, какое качество звука. Я уже говорил, что мой канал очень сильно прессует по части выкладки. Ну, и вот дойти до такого, что вот эту вот пластинку объявить собственностью своей, да, что якобы они причастны к записи, да, что они имеют отношение к СССР, вот, фирме «Мелодия», там, я уж не помню, какой год, 88-й год. Ну, вот. То есть, что они как бы имеют фильм «УАЗы». Суки, короче, пылесосы. Поэтому так он и будет называться ролик. Пылесосы из вот этой вот компании. Ну и в путинской России, еще раз, права людей, да, которые занимаются чем-то, они абсолютно не защищены, да. То есть ублюдки что хотят, то и делают, то есть, захотятся, то рухнут. Зато YouTube очень так нихуево обслуживает путинских хуесосов, так же, как и вот этих. Ну, то есть, лишь говорит о том, что они вполне себе партнеры, играют в одни команды, чморя русских, уничтожая русскую национальную культуру и так далее, продвигая всякий порнографический контент. Если вам это понравилось, ну, сделайте лайк, запостим эту тему, потому что бодяга это достаточно давно, она лет 5 продолжается. С того момента, как я приехал с Японии, наделав там шороху, начал выкладывать видосы в 2011 году. Ну, и в 2011 году я, собственно, занялся выкладыванием винила, да. Поначалу на это как бы смотрели сквозь пальцы, но когда эксперты отслушали, то есть оценили, сколько бабок они потеряют, потому что, ну, реально они отстали, они продают фуфло, клепают в Китае фуфло, усилители класса D, класса дерьмо, которые просто не играют. И давят вот, вот пожалуйста, оцифровки, куча, как бы, на каждое возражение. Все, спасибо, до свидания.